Анри Матисс, зал Матисса – это одно из самых больших чудес выставки Щукина в фонде Луи Вуитон. Матисс, собственно, и художником, но он стал, конечно, не благодаря Щукину. Он начал писать и до него, но родители предполагали, что он будет юристом. Потом случилась операция, ему принесли в больницу краски, и вот он начал писать. Но он был безвестный, совсем небогатый художник, пока в его жизни не случилась встреча с Сергеем Щукиным. И Щукин был одним из соавторов Матисса. Вот обратите внимание на эту картину, розовый фон, но если присмотреться, в уголочке мы видим фон зеленый, потому что первоначально было написано так. Щукин сказал, давайте переделаем, и Матисс согласился. Вообще, когда приходили в гости к Щукину, то говорили, да, один дурак написал, другой дурак купил. Но Матисс говорил по-другому. Это был настоящий афоризм. Матисс говорил, у меня хватило смелости написать, а у Щукина хватило смелости купить. И это невероятное чудо, которое встречает нас в фонде Луи Вуитон, это факт биографии. Обязательно нужно отправиться в Париж и до 5 марта успеть увидеть эту фантастическую выставку.